Вы знаете, это очень вообще грустно, грустно, потому что раньше у нас никогда не было, мы никогда друг друга не ненавидели. Мы приезжали в разные республики, опять нас встречали радушно грузины, армяне, таджики, узбеки. Везде и всюду мы получали улыбки от людей, мы друг к другу также относились. И никогда не было какой-то национальности, вы понимаете, никогда. Я считаю, что вот то, что вот мы сейчас хотим сделать, объединяться, это потрясающе. Потому что смысл этой жизни. Зачем? Разделяй и властвуй, и что дальше? Это жизнь один миг. Поэтому мы должны, опять же, друг другу так же улыбаться, относиться. И не надо никаких национальностей. Мы же уже убрали национальности в паспорте. И зачем? У грузину, у армяну, у тут цыганская морда. Понимаете, в чем дело? Поэтому и все-таки добро. Добро, оно должно победить, это зло, этот негатив. Конечно, надо стремиться к этому, вниманию друг к другу, прощению друг друга, вот и весь разговор.